Лучших туристов Калининского наградили за победу в городском конкурсе спортивных походов и экспедиций по родной стране. Торжественная церемония прошла в Петербургском отделении Российского географического общества. Конкурс проводился по 11 номинациям среди школьников, организованно занимающихся туризмом. Участникам от 12 до 18 лет. География походов обширная. Кавказ, Крым, Алтай, Урал, Саяны и весь Северо-Запад. В этом году было два зарубежных путешествия. Горный поход по западному Тянь-Шаню и экспедиция слабослышащих школьников в Индию. Всего в туристско-краеведческих сборах, соревнованиях, экспедициях ежегодно участвуют более 10 тысяч школьников Петербурга.